Ну, Михаил, пару слов. Ну, вот у вас голова. Какая? Ну, так. Можете сами попробовать. Вас снимать можно, нельзя? Давай. Ну, газу. Четко он его заносит. Хороший аккумулятор. Что еще мотору надо? Хороший бак. Конечно, на свинце похуже будет. Ну, ваши впечатления. Спасибо. Нет слов. Спасибо большое. Так и делать никогда. Потому что можно упасть. Да. Она именно вот как бы... Ну, я в этом году первый раз вот на велике. Понятно, да.